В преддверии Дня отца депутаты Тюменской городской думы и члены общественной молодежной палаты при Думе встретились с представителями региональной общественной организации «Совет надежных отцов». Активисты рассказали о проделанной работе. Так, участники объединения организовывают семейные и спортивные состязания, проводят экскурсии на предприятия для школьников, устраивают субботники и не только. Советы действуют на базе 28 школ Тюмени, в планах вовлекать большее число пап в общие дела. Это на самом деле очень важная деятельность со стороны отцов, особенно на территории школ, чтобы отцы не стеснялись приходить на родительские собрания, особенно там, где мальчики. Вот моя позиция такая, что мамам мальчиков в школе бы вообще не надо ничего делать. То есть надо все-таки посылать отцов. И в нашей Думе есть 7 многодетных отцов, которые имеют детей. У кого-то 3, у кого-то 4 замечательных, прекрасных ребенка. И я прям говорила, кто это, прям показывала фотографии. И гордимся тем, что мы тоже двигаем эту идеологию о том, что необходимо выполнять посылы президента, необходимо наращивать демографию. Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова координирует одно из крупнейших женских движений в регионе. На встрече прозвучала идея объединить усилия Совета надежных отцов и инициативных женщин. Я уверен, что, подписав соглашение с женским движением, мы обязательно реализуем много интересных проектов, и меня такая перспектива очень радует и вдохновляет. И так же, как и отцов, которые сегодня, вот Совет надежных отцов присутствовали на этом собрании, все как один поддержали эту идею.